Приближается памятная и скорбная дата нашей истории – 22 июня. Именно в этот день, в 1941 году, фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 22 июня во Всероссийский день памяти и скорби в сквере памяти у Вечного огня состоится ежегодная молодежная патриотическая акция «Свеча памяти». Славянцы будут вспоминать миллионы погибших в Великой Отечественной войне, отстоявших нашу свободу и независимость. После этого участники акции перейдут на городскую набережную для спуска на воду венка в память о подвиге нашего народа. Присоединиться к участникам акции может любой желающий. Начало митинга в 4 часа утра. В 11:45 в парке 40-летия Победы пройдет траурный митинг, который закончится ровно в полдень всекубанской минутой молчания, возложением цветов к мемориалу павшим воинам. Также в этот день пройдет всероссийская акция, в рамках которой будет собрана земля с братских захоронений в специальные армейские кисеты. Их заложат в гильзы артиллерийских снарядов, после чего с воинскими почестями передадут для установки на территории вокруг главного храма Вооруженных сил России в галерее историко-мемориального комплекса «Дорога памяти» в Москве. Приглашаем жителей и гостей района принять участие в акциях в День памяти и скорби.